Сегодня Маргарита спит, не может проснуться. Спит, не может проснуться. Привет, малыши-карандаши! Вы на канале Мэри Марго. И сегодня... Не Мэри Марго. А как? Мэри Марго. Нет, просто. Просто Марго? Просто Марго. Марго. Марго заужная. Сегодня мама Катя купила нам такие вот классные, интересные цветочки. Зелененький и розовенький. И мы сейчас будем... Проснулась. Хорошо, Маргарита. А мы сейчас будем их открывать и разбираться, что это за цветы. Мама Катя говорит, что это подставка для вот таких вот ушных палочек. Бери цветочек. Какой ты возьмешь, розовый или зеленый? Зеленый. Хорошо. Ага. Ты доверила это мне, да? Ну что ж, давай, давай. Папа, я строю домик. Хорошо. Эта крыша будет такая. Ты с палочек строишь домик? Да. Вот там еще вот такой домик. Ага. Широкий, большой. Все понятно. И что надо мне? Эй, цветочек, давай, 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 выползай. Вот так вот. Так, вот такой вот он красивый. Да, посмотри. Красивый. А там что еще есть? Там что-то есть еще, да? О. Ух ты, так это же подставочка. Вот, да, это, наверное, наверх ложить. И такой вообще цветочек. А, ну-ка, 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 как это? Возьмет цветочек, он должен раскрываться. Здесь вот раз, смотри, он делится. Один, два, на три зеленых цветочка. Ставится сюда. Нет, это маленький, вот надо побольше цветочек поставить. Один... Потом поменьше, вот так. Потом? Вот мы его вот так вот красивенько, вот так вот раз. Потом еще поменьше. Вот, и еще поменьше. Тоже мы вот так вот переплетиком, наверное, сделаем. Открываем вот этот цветочек. Нет, давай мы теперь положим сюда палочки, поставим. Вот так вот будут красиво стоять наши палочки ушные в таком зелененьком цветочке. Глянь, она кружится. Вах! Давай откроем мы розовый цветок. Опа. Ты наверх ложишь? Немножко неправильно. Давай папа сделает. Ну, папа, ну я хочу так сделать. Я сейчас достану подставочку. О, вот. Она тут для... Вот такая подставочка. Такая. Ну, на. Вот такая красота. Ой, ты что, наверх поставила? Вот. Ну ты уже какую-то пирамидку делаешь. Нет, давай мы по-другому сделаем. Вот так. Угу. Это как будто замок. И все-таки давай сделаем красивенькие наши подставки. Один, два, и, я и сам... три. Сама ставь три. И... Есть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Ну что? Теперь замок принцессы, вот этот готов, а теперь замок принцессы. Давай, папа, есть хорошая идея. Какая идея очень хорошая? Сделать цветочки разноцветными. Вот хорошо, ты пока складывай, а я буду делать я буду цветочки другой делать. Цветочек. Нет, ребята, не надо все мне испортивать. Да мы же не испортим, Маргарит, мы сделаем красиво. Мы сделаем зелено-розовый цветок. Не, мы добавим зеленых лепестков, вот этих вот, я сама. К розовым. И получится, да, вот примерно так. Только... Я уже ложу. Хорошо, будешь ты ложить. Только без меня опасно. Дети, гляньте, какая красота. Вот такой вот замок у меня получился. Но еще надо добавить к нему цветки. Лепесток, лепесток. Еще одна осталась. Прости, давай папа сейчас сделает. Я сама, папа, я сама. Я справлюсь. Ваша сама. Это же цветы, а не замок. Ну сколько же можно, Маргарита? Дети! А вы потяните мой уже замок. Кто у нас творился? Вот какой наш мусор. Он все падает. Папа, все падает. А вот мы еще такой вот цветочек сделали. Посмотрите.
Как красиво можно скомбинировать. Да, теперь можно и оставленные. А теперь сюда можно палочки. Папа. Ребята, ребята, вот получились такие у нас замечательные цветочки. Покажи, детка. Такие вот цветки лепесток. Девчонки и мальчишки, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будьте красивыми, веселыми и здоровыми.